Всем привет! Это мой новый влог. Все та же я. Я почему-то, когда начинаю записывать видео, я подумаю, ой, думаю всегда, ну типа, что я сейчас буду рассказывать, ну плюс-минус примерно, да? Вот. И сейчас хочу поделиться с вами своими эмоциями, осознанием того, что у нас будет сын, потому что, честно говоря, мне оно пришло не сразу. Возможно, для кого-то это будет странно, но так как я говорила, что я не рассчитывала ни на мальчика, ни на девочку, в плане на кого-то одного, понятно, но у меня было 50 на 50. Я всегда, ну, до беременности представляла, что, ну, себя мамой мальчика, то есть как будто бы у меня должен быть первый сын. Я буду наливать воду, клеить патчи и болтать, это вы знаете, я сейчас начну такая ты-ты-ты-ты-ты-ты. И меня не остановить, буду хоть чем-то заниматься. Вот, я всегда до беременности как-то думала о том, что у меня будет первый мальчик. То есть я всегда хотела первого сына. Опять же таки, мы это в моем телеграме обсуждали. Обязательно подпишитесь, ссылка есть в описании, если не подписаны. Потому что я там достаточно активно всегда выкладываю не то, что в YouTube, там в запрещенную соцсеть. Мы обсуждали, что... Конечно, нашлись люди, которые такие, ой, девочки, походу, были бы не рады. Блин, вот это так глупо, это говорят, наверное, люди, либо немножечко, которые вообще не понимают, что пишут, либо те, у кого нет там детей, которые, наверное, не хотят детей или что-то такое. Когда ты хочешь искренне ребенка, то тебе действительно все равно, мальчик или девочка, особенно, когда это первый ребенок. Потому что, ну, понятно, если, например, у тебя 4 мальчика, то тут как бы, ну, возможно-таки, да, все-таки хочется, допустим, девочку. И это нормально, то же самое нормально, что кто-то хочет первого мальчика или девочку, кто-то хочет, я не знаю, 3 девочек, 3 мальчиков. Но это не значит, что если ожидания и реальность не совпали, то значит, ты такой, ага, блин, вот, девочка, как мы несчастны, что теперь с ней делать? Конечно же, нет, это самое глупое, что можно подумать. Но какие-то такие предпочтения образно, что кто-то хочет первого сына, кто-то первой дочки, вне зависимости от пола. То есть некоторые почему-то думают о том, что мужчины всегда хотят пацанов. Я так не считаю. Потому что в нашем окружении все почти мальчики хотели себе девочек. Ну, то есть, я имею в виду из наших друзей, у кого есть дети или у кого будут дети. Представляете? Ну, то есть, реально, ну, мужчины хотели девочек. Поэтому это 100% стереотип, что, типа, все мужчины хотят первых, типа, сыновей. Естественно, есть кто так хочет. Например, Даня. Он хотел всегда первого сына. Потому что, ну, в его картинке так, что, ой, первый сын, он вырастет, а вторая дочка, которая будет принцессой, и старший брат ее будет защищать. Понятное дело, что, опять же таки, это просто какие-то представления, возможно, какие-то из детства идут моменты. Кто-то всегда хотел старшего брата, да, кто-то всегда хотел младшего, там, допустим, брата или сестренку. Я когда была маленькая, честно... Я не хотела себе ни брата, ни сестру, хотя сейчас понимаю, что, наверное, было бы круто, если бы у меня там был, ну, родной или сводный брат или сестра. В общем, к тому, что я начала с одного, закончила с другим, ну, это классика, база. Я всегда представляла себя мамой сына. Когда, ну, я забеременела, то, честно говорю, первое время по ощущениям как будто было, что, наверное, у нас там мальчик. Не потому что хотела, а просто вот какое-то вот предположение внутреннее, интуиция, если можно так выразиться. Мальчик-мальчик. Вот. И я подумала, блин, как круто, если будет девочка. И у меня всю беременность так было 50 на 50, 50 на 50, 50 на 50. Знаю, что есть мамочки, которые изначально чувствуют, что вот у меня там 100% пацан. Или я чувствую, у меня 100% девочка. Это у каждого свое, вероятно, действительно так работает, но у меня, честно, такого не было. То есть, когда мы стояли и ждали ответ, там и сыночек или доченька, я не знала. У меня вот не было такого, что я такая, ну, там 80% там мальчик или девочка, что-то подобное. Но потом
Почти все наши друзья, вся наша семья за всю беременность говорили, что у нас будет мальчик. То есть, ну, не знаю, просто, опять же, таки интуиция. Мальчик, 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 мальчик. Я говорю, да вы что? Хочу, чтобы там была девочка, чтобы все обалдели, что там девочка. Знаете, все такие, да там мальчик, наверное. Ну, типа, кажется, и животик там, и по всяким вот этим народным приметам, типа, пацан. Я говорю, вот будет там девочка, как взорвутся эти конфетти розовые, вы охренеете все. Но в итоге все-таки оказались правы. И там народные вот эти вот, как они, методы отгадывания пола, типа форма живота, то, что у меня не было токсикоза, то, что это звучит глупо, так стрёмно, но якобы девочки забирают красоту мамы, и в беременность мама выглядит, ну, хуже, чем до беременности. А с мальчиком мама расцветает. Мне все пишут, как я расцвела, похорошела. Честно, я этого особо не замечаю. Считаю, что и до была такая же прекрасная. Но действительно, внешне особо не поменялась. Ну, то есть как-то в худшую сторону, если можно так выразиться. Ну вот. Так что... И я... Вот эти, наверное, моменты, когда... ты узнаешь пол своего ребенка, и ты не готов к тому или к тому, точнее, готов и к тому, и к тому, и не ждешь там, что будет по-любому пацан или по-любому девочка. Я 2-3 дня, я ходила в шоке, честно. Я не могла осознать, что там наш сын. Я и не потому, что я хотела кого-то, а даже если бы там была девочка, я бы тоже ходила и такая, офигеть, у меня будет дочь, например. Мне было так необычно, плюс мы долго не делали гендер-пати, действительно, за сколько уже там, 6, по акушерскому сроку 7 месяцев, получается, что мы общались просто малыш-малыш, ребенок-ребенок, наш пупсик сладкий, конфетка, крошка, я не знаю, вот такого плана, и в моменте ты такая, все, ты знаешь, кто там. Это было очень странное, но невероятное ощущение, то есть я ходила как немного в космосе, такая, офигеть, у нас будет сын, у нас сын будет. Я начала представлять, да, то есть себя уже прям вот конкретно, как он будет выглядеть. Мы уже, естественно, начали там выбирать имена и все тому подобное. То есть такого плана, что ты уже прям вот, ну, конкретно знаешь, потому что до этого, ну, ты не можешь себе представить, либо мальчика и мама, либо девочки и мама, потому что, ну, зачем? Потому что ты не знаешь, кто там. И просто, как бы, мама, я и мама, да? Вот, а тут уже конкретно какие-то моменты начинаешь представлять. Так, а если мой сын вот так вот, а как я ему объясню то? А это пятое, десятое, как я вот буду там рассказывать? Ну, в общем, более конкретно уже относительно мальчика. И первые 2-3 дня я действительно была в шоке. В таком приятном, ну, вот это вот такое... осознание, то есть мне не в секунду пришло, что я такая, ну все, я мама мальчика, офигеть, я так и планировала, так и ожидалась. Потребовалось лично мне немножко времени, чтобы осознать, что, блин, у меня будет сын. Я невероятно счастлива, очень-очень-очень. И мне, честно, даже в моменте немного напрягло, что я такая, знаете, 2-3 дня ходила и такая, блин, у меня сын, офигеть. То есть мне еще это принятие не пришло. Опять же, не потому, что я хотела девочку, а просто ты такая, вау, у меня сын. А сейчас я уже все прям конкретно, я жду невероятно. Я полностью в своей тарелке, и как будто бы прям вот так вот и должно было быть. И как многие в комментариях писали, что «Катя, мы представляли тебя именно мамой мальчика, вот такая от тебя прет энергия». Не знаю, хорошо это или плохо, но, естественно, были комментарии, что Кате нужна девочка, принцесса, которую она воспитает. Ну, естественно, с папой такой вот прям мимимишный. Надеюсь, что девочка у нас тоже будет, возможно, и мальчик еще будет. Фиг его знает, как она пойдет. Мы, как я говорила, планировали... Точнее, не планировали. Всегда хотели 2-3 ребенка с Даней, но это сложно предугадать, когда появится первый малыш, то тогда ты уже, хотя бы столкнувшись с этим прям лицом к лицу, сможешь оценить свои желания и возможности. Возможно, таки мы и
5 детей родим, если будет на то силы, время, возможность, желание и все такое. Возможно, да, бывает такое, что рожают одного и говорят, все, одного достаточно, я не хочу, допустим, больше, я это понимаю. Вот как-то так. Делитесь обязательно своим опытом в комментариях по поводу того, как узнали о поле вашего малыша, когда узнали пол вашего малыша, какие у вас были ощущения, ожидали, не ожидали, быстро ли вам пришло принятие, если делали гендер-пати, то вот насколько у вас вот этот вот момент прям для вас был трепетный, потому что я знаю, что реально, когда люди ждут кого-то, ну, допустим, если бы я была на 90% уверена, что у меня мальчик всю беременность, и там был бы мальчик, наверное, мне бы это пришло быстрее. Но так как у меня было такое 50 на 50, прям абсолютно 100%, я не ждала ни того, ни того, точнее, ждала и того, то мне это немножечко далось подольше, да, принятие. Вот так. Вообще, это не беременный влог планируется, это планируется новогодний влог, девчоночки. Поэтому сегодня мы с вами поедем на шопинг, где будем покупать елочные украшения, всякие новогодние украшения для дома. Честно, у меня нет вот этого вот настроения Jingle Bells, поэтому я решила, что хотя бы украшениями мы его сможем поднять. Что я уже сделала? Я купила венок, который некуда повесить, понимаете? Его некуда повесить, потому что у нас на двери. Кстати, как вам такая история? Честно, я в шоке от этого. У нас на двери нет глазка. Типа, what the fuck? Как так? Я в шоке. Почему? Ну, у нас есть камера на этаже. Вот, то есть можно камеру смотреть, но вот сюда вот можно посмотреть, открыть, посмотреть. Да в любом случае, это так странно. Это... Ну, не знаю, мне кажется, глазок — это типа база, это должно быть обязательно. Кстати, вот про эти дутики. Они взорвали мой директ. Девчоночки, я не помню, во влоге я их показывала или нет летом. Вот бренд, вы можете его найти, я не знаю. Но этих дутиков больше нет, как минимум я их заказывала на LaModa, и там их нет. Я их купила летом за 1500 рублей. Я уже говорила, что все надо мной тогда угорали, типа, Кать, ты крэйзи, нахрена закупаться? Если я не ошибаюсь, по-моему, я не ошибаюсь, вот это что ли натуральный мех? Может быть, ошибаюсь. Но в любом случае за 1500 это фантастика. Они мне нравятся и внешне, и в них супер тепло. Вот. И это я просто так мимолетно заметила, потому что мне в директ писали, Катя, Катя, откуда? Хотя я сказала на сторисах же, что их нет, там вообще ни одного размера. Я летом забирала, типа, последние. Ну вот, я купила венок, который некуда повесить. Мне скинули то, что есть такие крючки специальные для дверей, но, честно, не уверена, что хочу заморачиваться, пока висит здесь. Опасная ситуация, да, вот здесь вот. Но вроде как нормально. Естественно, вообще не в тему, не здесь это должно находиться, но я пока не придумала, куда мне это деть. Дальше. Вот такой вот у меня букет. Честно, такие букеты идеально. И как украшение, и для атмосферы. Во-первых, они стоят очень долго. Ну, то есть, пока вы образно его не выбросите. Конечно, он может засохнуть и потом начать чуть-чуть опадать, ну, елочка, но в целом нет. Типа, ок. Она стоит реально долго. Поэтому вот так всю зиму будет тут отдыхать. Их можно местами менять. Я еще хочу купить ванну. Есть вот такие, но, знаете, тоненькие, маленькие. Возможно, в спальню. Ну, в общем, нужно как-то наводить новогоднюю суету. Так, давайте-ка, как всегда, сделаю быстренький макияж. И пока делаю макияж, хочу с вами обсудить имя. Честно скажу, что с именем мы еще не определились. И более того, у нас есть так называемые проблемы с именем. Я забыла свою косметичку, которую брала в Москву, в той комнате сейчас принесу. Просто, честно говоря, еще до сих пор не разобрала чемодан с Москвы, но я не разобрала, потому что там особо ничего нужного нет. В плане того, что у меня там лежат одни джинсы, одна кофта и все, и вот косметичка лежала. Поэтому я такая, типа, это не обязательно. Ну вот, по поводу имени. У нас есть некоторые проблемки, потому что для девочек
как минимум у нас, ой-ой-ой, с кремом мы переборщили. Ну, ничего страшного. Для девочек у нас есть, ну, как минимум, три варианта, которые мы бы такие, типа, ну да, вот так бы мы назвали. Вот. И один вариант, который был для мальчика. У нас было одно имя для мальчика. Простите, конечно, я не буду говорить и называть какие-то имена, потому что, во-первых, мы еще не определились, как мы назовем нашего сына. Ну и, во-вторых, честно, ну, я не хочу, конечно, рассказывать до рождения ребенка о его имени, потому что, ну, самая основная причина, может быть, если бы мы прям знали на 100% и уже бы начали так называть, может, и сказали бы, и то вряд ли, откровенно. Ну вот, и нам нравилось одно мужское имя. Когда мы узнали о том, что у нас мальчик, я говорю, ну что, назовем вот так вот? И Даня такой, мне не нравится это имя больше. Я такая, в смысле? Он говорит, не, имя хорошее, но я не представляю, чтобы так звали моего сына. Я такая, в смысле? Чтобы вы понимали. Это действительно прикол. Вот у кого-то есть сразу имя для мальчика, да, и несколько для девочек сложно. Вот у нас ровным счетом наоборот. То есть к девочке мы были готовы. Если бы нам сказали девочка, ну, мы бы узнали, что девочка, мы бы, наверное, прям сразу определились с именем, потому что есть прям фавориты. А для пацана все, и мы встряли. Чтобы вы понимали, мне не нравится ни одно имя. Кроме этого, и, естественно, я не буду называть. Для меня важно, чтобы мы вдвоем выбрали имя, чтобы оно нам было вдвоем, потому что некоторые говорят, типа, я вынашивала, я родила, и значит, я буду решать, кто. Это у каждого свои правила, но мне хочется, чтобы имя нравилось нам двоим, чтобы мы его вместе, совместно выбрали и решили. Так как Даня, ну... образно засрал это имя, ну, точнее, сказал, что, блин, ну, что-то я так не представляю, не хочу. Мы начали смотреть вот эти вот списки имен туда-сюда, и я просто, ну, можно сказать, по приколу сказала одно имя, и такая говорю, может, вот так назовем? И Даня такой, мне нравится это имя. И в чем вопрос? Рассказываю. Первое имя, оно достаточно обычное, не какое-то там такое, о май гад. И оно хорошо сочетается, по нашему мнению, с фамилией, отчеством. Но, как мы знаем, Даниле не нравится это имя. И это огромная проблема. А второе имя, оно действительно необычное. Ну, то есть, откровенно, ни я, ни Даня в жизни не встречали ни у кого такого имени, у нас нет ни знакомых, ну вообще, ну то есть, как бы, оно действительно достаточно такое, непростое. И Дане понравилось это имя, но, по моему мнению, оно не сочетается с нашей фамилией. Что я хотела у вас спросить? Просто мне интересно, естественно, я не буду так решать, типа да или нет, но мне интересно послушать. У меня в голове как будто бы сидит такая мысль, что если вы выбираете имя, то по возможности было бы круто выбрать имя, которое будет сочетаться с фамилией вашей, ну, с отчеством. Даня говорит, что... Извините, но если мне не нравятся имена, которые как бы сочетаются с полностью там ФИО, то я должен выбрать имя только потому, что оно подходит якобы, или там звучит, или, ну, такого плана. Я такая, хороший вопрос. Он говорит, я считаю, что самое главное, чтобы нам нравилось это имя, в будущем понравилось нашему ребенку. Но тут мы это уже, к сожалению, не узнаем. Ну вот. И, собственно, я не знаю. Вот правда, я не знаю. Я вроде понимаю, что пофиг, да, реально. Главное, чтобы имя нравилось. И откровенно, в, наверное, в 80% случаев ты обращаешь внимание все-таки на имя, а не на сочетание, там, сочетается или не сочетается. Но при этом я приведу пример. Не обижайтесь, если у кого-то так же, я ничего не имею против, каждый решает там сам. Но, например, когда называют Петров какой-нибудь Стефан,
Петров Стефан Иванович, то для меня, ну, как будто это вообще не сочетается. Я не знаю, ну, то есть я такая смотрю, думаю, ну, блин, ну, пофиг, да, красивое имя главное. Но с другой стороны, как будто бы что-то вот не так вот. И при этом я понимаю, что, ну, называть теперь как-то, допустим, там, Петров Василий Иванович, из-за того, что там просто, ну, фамилия, отчество такие, тоже, наверное, странно, а родителям не нравится. Я не знаю. В общем, напишите в комментариях, возможно, как зовут ваших детей, и мы что-нибудь возьмем на заметочку. Либо же напишите, пожалуйста, свое мнение, как вы считаете, должна ли фамилия сочетаться с именем, отчеством, или неважно, сейчас такой период, уже такое время, когда действительно выбирают просто имена из того, что нравится, а не чтобы это сочеталось с вашей фамилией, например. Если что, наша фамилия Моисеевы, что такая русская фамилия, и как будто даже, знаете, выбирать, например, какие-то иностранные имена, ну, понятно, что даже там Иван, это, по-моему, не русское имя, там Лиза, это не русское имя, Артём, ну, вот такого вот плана, то есть, которые нам кажутся нашими такими именами базовыми, это тоже иностранные, поэтому не то, что иностранными, но вы поняли, такие какие-то более изысканные, что ли, ну, типа Стефан, вот такого плана, когда девочек Стефания называют. Я не знаю, откровенно. С одной стороны, как я уже сказала, это сейчас мой актуальный вопрос, потому что мне действительно хочется определиться с именем, ну хотя бы подобрать какую-то подборочку, чтобы, когда родился наш сын, мы посмотрели такие, ну вот так вот, или вот так. А в итоге у нас получается одно имя, которое как бы нам подходит по сочетанию, но Даниле оно не особо нравится, то есть... А второе имя, которое нам в целом нравится, но оно необычное и, по моему мнению, как-то не особо сочетается с нашей фамилией. Вот. Напишите обязательно, пожалуйста, в комментариях. Кстати говоря, девчонки, пока делали макияж, хочу вам рассказать про этот прекрасный гель для бровей от Pussy, так как тема косметики, макияжа в моем блоге всегда максимально актуальна, я с удовольствием делюсь своими любимчиками и фаворитами. Ну и если честно, мне кажется, этот гель особо и не нуждается в представлении, потому что его знает и пробовала почти каждая девушка. Кстати, после его появления очень многие начали делать разные копии на этот гель. Но извините, оригинал есть оригинал. Но чтобы вам не соврать, это моя 3-4 упаковка, и уже 100% без преувеличений этот гель всегда есть в моей косметичке. Мне безумно нравится его эффект ламинирования, то есть вы будто только что вышли с процедуры. Красивые ухоженные брови за одну минуту, это все вот про этот гель. И это прям идеально. И давайте я здесь ставлю фото до-после укладки гелем, и вы сами сможете оценить, какой шикарный результат получается. Ну, какие есть еще преимущества у геля Pussy? У него супер тонкая и удобная щеточка, которая прорабатывает каждый волосок, плюс он не оставляет белый налет, это прям важно. И самое крутое, конечно же, он фиксирует брови на 24 часа. А еще маленький лайфхак лично от меня, я им уже когда-то делилась, но продублирую. Гель идеален не только для укладки ваших бровей, но и для укладки маленьких бесячих волос на голове. Особенно, знаете, когда делаешь вот этот гладкий пучок или хвост, который сейчас супер в тренде, это прям вау, спасение. То есть вы берете гель и вот так вот зачесываете, убираете все ненужные бесячие волоски, и они супер идеально держатся, реально получается красиво, это прям must have. В общем, если вы еще не пробовали гель Pussy или вдруг он у вас закончился, то оставляю ссылочку в описании для вас. Он сейчас на ВБ по очень приятной цене, поэтому не упускаем такую возможность, девочки. Короче, меня абьюзит жестко. Я хотела просто показать, что смотрю, вот так вот я уже тоже все равно, у меня торчит живот, да? Че молчишь? Нет. Как нет? А сбоку? Ну, немножко здесь. А так. Все, извините, пожалуйста, нужно срочно одеваться. Я забыла сумочку в комнате. Да нет. Ну она мне же не нужна, да? Я возьму вот так вот просто паспорт.
и все. И бальзамчик для губчиков возьму. Вот такой вот возьму. И все. Водичка у нас в машине есть. Что я говорила? Ну, в общем, девчонки, уходим. Ты ключи взял? А? Ну, взял, конечно, Варь. Молодец. Девчонки, вот это очень красивый тинт, бальзам для губ. Герленовский. Я его показывала в распаковке. Honey Glow цвет. Подержи, пожалуйста, крышечку. Крышечку подержи, спасибо. Он вот такого цвета. То есть он не делает губы ваши кислотно-розовыми, как обычно все тинты срабатывают. Но при этом он добавляет сочности. Плохо видно, да? Ну, поверьте на слово, красиво. Да нет. Ну, брат, красиво. Приехали в торговый центр, и сегодня воскресенье, сегодня очень много народа. Я такое терпеть не могу, но по будням у Дани тренировки, работа, все такое. А выходные он может позволить себе такую роскошь пойти со мной за новогодними всякими штучками. Поэтому мы приехали в Кюхенленд. Сюда заходим. Нам по-любому нужно взять корзинку. Дань, только давай как сделаем... Нам много всего нужно. Только давай сделаем вид, что ты тоже заинтересован в том, какие будут... Ой, ну смотрите, какая красота. Красиво? Честно, мне кажется, все мужчины вот так вот примерно, он будет сейчас смотреть, такой, она вот, а зачем? А это зачем? А это зачем? Да, мы здесь были с Лизкой в каком-то влоге, здесь продавали шарики, короче, с мультиком Беззубик. Ну, понял, дракончик такой есть? Понятно, деревня. Вот скоро родится ребенок, узнаешь все мультики мира. И я сказала, что я хочу их купить, чтобы повесить на елочную игрушку. Их уже нет, представляете? И что мне теперь делать? Вот такой мне нравится, в целом симпатичный, но... Но он один висит, а мне сказали, что здесь все, что осталось. Короче, вот мы поздно приехали. Я говорила, надо было на той неделе ехать, а бляха-муха раскупили. Я теперь останусь без игрушек, ребята. Ну это вообще не серьезно. Я не знаю реально, что делать теперь. Может, тут такие какие-нибудь закупить? В каких цветах елку будем делать? В каких цветах хочешь елку? Ни в каких не хочу. Короче, все, что осталось, это вот там то, что я показала, и вот здесь. Больше ничего нет. Мы могли бы приехать еще 31 декабря и ожидать, что здесь все будут ждать нас. Было бы очень логично. Я буду сейчас что-то, я не знаю, выбирать из того, что есть. Даже не знаю, в каких цветах. Наверное, черное и серебро. У нас елка такая супер-супер белая, как будто бы заснеженная. Думаю, что будет выглядеть симпатично. Ну, конечно, это не то, что я ожидала совершенно. Возьмем вот таких бантиков. Ой, но, как я уже сказала... Выкручиваемся из того, что имеем. Такие вот тоже можно взять, да? Симпатичные. Сколько стоит? 400 рублей. Вы обалдели, блин? Что это за цены такие? А вот этот почему-то стоит... А, это вот типа так вставляется. А это из-за того, что в закрепках стоит на 200 рублей дороже? Ребят, это не серьезно. Вот это можно прям в елку вот так вот засунуть. Какая посимпатичнее, интересно. Вот это поменьше, а это побольше. По сути... Не понимаю, ребяточки. Блин, как ее повесить-то? Или вот такую? Ну, тут как будто посимпатичнее, нет? 400 рублей, если это хренить. 400 рублей, дорого нынче. А дом не нужен? Куда мы его поставим, этот дом? На елке. Не, нам такой бантик не один нужен. Нам их нужно, ну, такой, я имею в виду, цветок. Штучки 4. Раз. Ой, а их всего 2. Вот это вот по 349, походу нет. Такой не будем брать. Вот этот надо взять, что ли. Реально по 200 рублей, наверное. Побольше пускай будут. Ой. Можно вот побольше и поменьше, да? Вот такие вот, например. Так, сколько таких? 4 возьмем. Блин, я не знаю, что получится, но надеюсь, будет красиво. Они разные, что ли. Тоже. Вот эти, нет?
Нет, одинаковые. 4, 5. Давайте-ка 5 штучек вот таких вот берем. Потом. Мне нравятся такие малютки. Но мне не нравится, что туда нужно будет засовывать вот эти нитки. Поняли? Можно скрепки купить какие-нибудь. А вот по акции ухватываем за 693 рубля. Но здесь, видишь, тоже нужно вот эти вот все штучки завязывать. Это убийственно. Такие можно малышечки взять, симпатичные. Олень. Ну, можно взять оленя. Они, кстати, тоже вон по скидке эти. Там в черном цвете еще такое есть. Вот шары черные приходят. Ну, давай возьмем. Такой. Белую сову. Сколько возьмем? Не, мне не нравится сова. А вон тот, так, раз, два, три. Да, это одинаковое? Вот это. Да. Тебе он правда нравится? Нет, ну серьезно. Ну, прикольно. Нет, если ты хочешь, мы возьмем. Один поешь, один. Не, ну давай так их два хотя бы купим тогда. Ну не один же. Будет он. Вон, смотри, какой олень. Лось, что это, я не знаю. Но он синий. Давай два. Ой, да, конечно. Смотрите, красивый шарик, но реально переливается. Обалденно, чтобы вы понимали, это даже не стекло, не пластик, это как он? Поролон. Не поролон. Как он? Пенопласт. Ну, пенопласт. И стоит 249 рублей. Да, мы это тоже берем. Я хочу в этом году очень красивую елку, потому что она мне нужна. Это два твоих, вот, оленя, снеговика. Хотела взять вот такие черные, мне почему-то казалось, что здесь в серых оттенках тоже, а здесь все золотое. И у нас получается примерно вот такой наборчик. Сюда черные как будто вписываются, а вроде как будто, может быть, и не надо черные. М? Сложно, ну, когда нет советчика. Куда золотые с серебряным смешать? Ну, такой дизайнерский ход неплохой, но думаю, что тут либо 50 на 50 тогда нужно покупать. Вот, я думала, олень, но я почему-то не думала, что он черный. У нас просто елка. Елка такая белая, она прям заснеженная. И туда, ну, нужно нормально так золото насыпать, чтобы оно выглядело красиво. А они будут теряться, если раз, два, три буквально повесить. Да? Извините. А вот, ну, правда. А вот такие вот, они уместно выглядят. Чуть-чуть добавляют изюминки. И их не нужно прям супер-супер много. У нас еще щелкунчики с того года тоже серебряные. Прошлепали мы все новогоднее это. Я закислилась. Здесь остались только, видите, вот такие вот. Ну, я не хочу красно-зеленое. Хоть красивые, например, вот такие вот игрушечки прям миленькие, но... Не моя история. Я взяла вот такую, положу на телевизор. Тут еще можно батарейки купить. Кстати, нужно купить суперклей, потому что у меня от моего штатива оторвалась штучка. Я не могу. Стой. Куда убегаешь? Там было висит это. Ой, она выпала. Это опять она же выпала? Да, нет, не туда получше. Сломала уже все. Мне кажется, это тоже не отсюда. Здесь она стояла. Ну, ладно. Вот так вот. Ну и все, больше мы ничего, блин, не нашли. Не знаю, реально. Вот такого вот утенка поставить. Вот эти красивые, кстати, посмотрите, какие. Тебе нравятся вот такие вот? Ну, у нас уже не такая тематика, но... Ну, я имею в виду елки. Но очень красиво, нет? Да, любимый. И вот, самолетики всякие. Красота. Ой, красота какая. Это нам только, девочки, походу, красота. Мальчикам такое не всем, но большинству нафиг не нужно. Вот, смотрите, какая конфетка, типа. Ой, машинка. Красиво, прикольно. И вот это мне тоже нравится. Необычненько. Слушайте, я что увидела? Красивые вот эти вот для ванной аксессуары. У меня спрашивали, где я покупала. Вот, по-моему, в Кюхенленде как раз-таки. Вот для мыла, естественно, в этой, на кухне у меня стоит отсюда. Вот такой вот у меня только... Да, у меня точно такой же, по-моему, только золотой каемочкой. И вот такой вот стаканчик для
зубных щеток. Вот такую мыльницу я использую, туда кладу свои украшения в ванной, чтобы они не потерялись. Очень много здесь всяких симпатичных вот таких вот штучек, но новогоднего, если честно, то ли осталось реально мало, то ли я все прошлепала. Я так хотела тех шариков с дракончиком. Господи, боже мой. Я представляла их. Но, честно, я не думала, что их раскупят. Сегодня какое? 15-16 число. Я не рассчитывала. Ну, можно заказать онлайн, естественно. Но, честно, я настроилась на сегодня. Поэтому я не хочу. Потом надо будет еще заказать гирлянду. Смотрите, вот это вот сейчас популярная гирлянда, роса, которую вот так вот накручивают на каждую эту, но извините, я не буду этим заниматься, моя психика сломается. И есть вот такой вот, как он называется, конский хвост, что ты его просто сверху так надеваешь и пускаешь линиями. Нам нужна вот такая вот белая, с белыми огоньками. Сейчас посмотрят, есть или нет. Если есть, то возьму. Ну, потому что на каждую, ребят, кто это делал, вы, конечно, мощные. Я не готова этим заниматься реально. Просто так пустить сверху. Вот это вот, кстати, елочка симпатичненькая. Короче, все. Шопинг. Ожидания реальности совпали. Зашли, взяли остатки роскоши. И все. Гирлянды тоже не оказалось. В общем. Грустненько, если честно. Реально. Ну, хотя бы что-то, знаете. Это в любом случае лучше, чем ничего. Вот так вот я себя успокаиваю. Девочки, давайте прервемся на бьюти-рекомендацию. Так как я настоящий фанат разного ухода для волос и с удовольствием пробую всегда что-то новенькое, интересное, делюсь своей новинкой. Это бальзам для волос от бренда Гильтек. У меня из линейки для поврежденных волос. Если что, он отлично подойдет для волос, поврежденных окрашиванием, обесцвечиванием, перепадами температур и ультрафиолетом. Знаете, просто в последнее время я часто делала какие-то укладки там на фотосессии, на праздники, просто дома. Плюс я использовала большое количество стайлинга, поэтому волосы на кончиках особенно стали прям такие сухие. Я такое терпеть не могу, они выглядят супер неухоженно сразу, поэтому классный уход реально необходим. Если говорить о преимуществах данного кондиционера, то, например, мочевина в составе активно увлажняет и удерживает влагу внутри. Масло конопли и зародыши пшеницы, знаете, склеивают чешуйки поврежденного волоса. А слабокислый pH кондиционера позволяет окрашенным волосам дольше сохранять цвет. И в общем, волосы уже после первого использования выглядят максимально гладкими, ухоженными. И что немаловажно, бальзам не утяжеляет волосы, наоборот, облегчает расчесывание и не мешает созданию объема. Девочки, продукт очень достойный. Если вы искали хороший вариант кондиционера для волос, то обязательно заказывайте и пробуйте. Все ссылочки я, естественно, оставлю вам в описании. В общем, друзья, приехали горе заедать. Точнее, я даже не особо хочу есть. Данила захотел, и я такая, ну, погнали, чего ж теперь делать. Я здесь ем всегда все одинаковое. Это типа тыквенный суп, какую-нибудь пиццу и салат греческий. Все. Больше ничего. И как я уже везде, наверное, рассказывала, мы реально здесь по ресторанам, ну, раз в месяц сходим. И то, даже как-то, наверное, первое время мы собрались с ребятами, еще ходили с команды. Вот, могли поужинать, например, после игры. Но так как Даня сейчас не играет, то, соответственно, мы никуда и не ходим. Вот. Ну, и как я говорила, здесь реально в Тольятти, ну, есть какие-то, ну, вот, допустим, вот этот ресторан Астерео, ну, он, по-моему, даже в Москве есть. То есть он хороший, вкусный, но это он и еще, наверное, еще два есть, которые нам нравятся. Не, этот хорош. Ну, я говорю, с мясом, который еще. Девушка хочет принять заказ, а я это снимаю. И который, где креветки. Вот, кстати, где креветки, мы с тобой ни разу не ходили сюда. Там один раз был. Ну, ты был один раз, я тоже там была один раз, но там вкусные креветки.
Все еще так смотрят, улыбаются, смотрят, я уже все снимаю. Но я думаю, что ничего страшного. В общем, ладно, сейчас что-нибудь выберем и покажу вам. Ну что, мне принесли тыквенный суп. Единственное, забыли семечки тыквенные. Ой, да, подожди. Тыквенный суп, и тыквенные семечки. Я девушке такая говорю, девушка, семечки забыли добавить? Она такая, что у вас их не было? Вроде были. И я такая, не было. Как будто я их съела, знаете, такая, типа, ребят, семечки что-то забыли, походу, добавить. Не заметила. Пицца Маргарита. Данила мне тут маслин накидал, я их люблю, а он их не ест. Сейчас дополнительно всегда беру лук, вот такой вот маринованький, потому что я его очень люблю. У Дани тартар. Я такое не ем, ну, в связи с беременностью. Ем, очень скучаю, очень. Я говорю, как рожу, как будет возможность, я сразу пойду есть там всякие устрицы, тартары, я не знаю, сашими из лосося, все, что только можно. И вот так поливаем бальзамическим уксусом. Пожалуйста. Еще перец, соль надо добавить. Ну, перец точно, соль, не знала, сейчас посмотрим. В общем, приятного аппетита. У Дани капучинка, а мне сок должны сделать. Реально вкусный тирамису? Ну, такой неплохой. Я заказывала мильфей себе, ой, не мильфей, Павлову, но... Да, я тебя снимаю. Но мне не очень. Ну, такое сладкое, ну, нормально. В общем, кому интересно, счет 4735. Это намного дешевле, чем, например, в Питере. В Питере бы счет... Вышел... В Медбарике вышел бы тоже уже 1010, на побольше. Да. Ну, в плане того, что, допустим, греческий салат 2980. Но это не дешево. Тартар 650. Ну, в целом, знаешь, не так уж и дешево. Но все равно, да, вот есть ресторан здесь мясной. Он, но вкусный. Он очень вкусный, но он с чеком выше среднего. Ну... Что-то я хотела сказать, что цены здесь не такие дорогие, но в целом, знаете ли, обычные. Потому что суп 600 рублей. Средний суп. Ну, не супер бюджетно, конечно, и не супер прям дорого. Но все равно. Ну, нормально мы взяли, да, 4700. В целом 2000 где-то, ну, 2500 на человека. Это учитывая, что я съела суп, салат, кусочек пиццы, десерт и напиток. А Даня съел тартар, ну, тоже да, часть пиццы. Все, что Даня съел. Даня, как всегда, пол ресторана съел. Да не пол ресторана, все видели, что. Ну и по десертику. Ну нормально, в общем-то. Можете написать в комментариях. Со мной? Ну, за 5 лет, мне кажется, первый раз будет десерт. Ну не первый раз уж, ладно. Ну я тоже десерты редко беру. Ну, ты брала много где. Ну, ладно, ладно, все, Данила первый раз за 5 лет взял десерт. Все, поняли? Короче, напишите, как в вашем городе. Ну, если Москва-Питер, то понятно, можете не писать. Потому что там можно и за 30 тысяч поесть, и за 1000 рублей. В каком-нибудь ресторане, например, Макдус. Хотя сейчас даже в Макдусе не поешь на 1000 рублей. Нифига. Все, такой вот у нас вечерний ужин. Точнее, не знаю, даже это обед. Наверное, еще что-то мы вечером поедим. Там Данила просто в трусах. Поэтому его не показывают. Снимает. Короче, оторвалась штучка. И вот наша елка Новый год. И здесь у нас по-любому есть какие-то игрушки. Я не знаю, почему там золото торчит. Честно, я вообще не помню, какие у нас были игрушки. Я помню только щелкунчиков. What the fuck? Да. Я Дане говорю, Данила, надень, пожалуйста, шорты. Он начал елку распаковывать. Я говорю, надень шорты и футболку, пожалуйста. Он надел шорты, я говорю, футболку, меня за твои соски заблокируют. Он говорит, ты в курсе, что только на Твиче блокируют за соски, больше нигде не блокируют за соски. А я не в курсе, мне это не надо. Контент мне 18+, поставить за твои сосочки. Держи. Может быть, ножницы? Угостишься? Ножницами. Нет. Зачем нам ножницы, ребят? Что это такое? Давай мне. Это елочные игрушки, наверное. Сейчас мы узнаем, что это такое, ребят. Что ж, все, честно? Каждый раз одно и то же. Каждый новый год. Вот, подожди, подожди. Живую? Ага, потом ее... Не нужно так вот делать. Нужно...
Просто по краешку вот так расфигачить. Ну, он сейчас ее распакует, мы потом ее не запакуем. Потом не запакуем. Ну вот, напишите в комментариях, ваш мужчина любит собирать елки, там украшать, что-нибудь такое. Просто вот, честно говоря... Мой не очень. Я понимаю, что Даня эта заварушка не нравится от слова совсем. Ну, может быть, мы ее доставали через верх. Та-да-да-да! Ёб твою налево! Золотые игрушки были! Я такая, ну золото. Подожди, а что, я украшала елку в том году? Мы просто их купили, но не украшали. В смысле, мы просто их купили, не украшали? Я украшала. А, да, украшала, да. Подождите, а когда у нас была елка с этими, с щелкунчиками? Я что-то вообще ничего не пойму, реально. Надо найти фотки и посмотреть, что было. И еще набор купили игрушек. Ну, хорошо, что не золотых. Теперь у нас есть... Сейчас еще все в блестках будет. У нас золото есть. Охренеть. С ума сойти. Вот это ничего себе. Да я реально не помню, чтобы у нас... Что? Золотая елка была? Бред. Я вообще не понимаю, что это такое. Че к чему? Подожди. Это вообще, знаешь, откуда елочные игрушки? Возможно, когда мы еще в Подольске жили. Да, слушайте, точняк. Мне кажется, я в Питере не украшала золотыми, потому что мы купили вот эту елку, и я подумала, что сюда золотые не пойдут, и я просто приклеила туда щелкунчика. А в один год... Короче, надо как-то с этим разобраться, но это я уже... Я помню, что вот такими игрушками мы еще с мамой в Подольске их, по-моему, покупали, когда жили сами в Подольске. То есть я украшала этими игрушками живую елку. Поэтому я про эти украшения даже не вспомнила. С ума сойти! Как так вышло? Обалдеть не встать! Сейчас найду картинки и в итоге вспомню, что елка была золотая и в том году тоже. Это уже другая история. О! Мне кажется, или она воняет. Нет? Ничего себе. Ай, слушай, главное, чтобы с деревом не перепутал, не обоссал эту елку. Ну да, в том году один раз, короче, мы, ну, внизу вот так вот она стояла. Я по максимуму распушила. И, ну, он получил выговор о том, что эта елка не для того, чтобы ходить в туалет, и все. Но один раз он ее, конечно, пометил. Я такая, ёб твою налево. В этом году... Ну ладно, ты можешь так особо не распаковывать, потому что это долго, и я все равно этим займусь сама. Так... Данил сказал, что он хочет выбросить эту елку и покупать живую. У нас была живая. Помнишь, как мы ее выносили в Подольске? Так, мы купим, мы что тогда покупали? Елку, а надо сосну покупать. Или наоборот, не помню. Какая разница? Ну, суть в том, что она опадает. Да ты как ее вытащишь? Ну, не так сильно, как у нас опала. Елка опадает очень сильно, сосна, по-моему, не так. Или наоборот, я могу ошибаться. А чем тебе наша елка не нравится? Ну, она не пахнет, она как будто ничего. Давай ароматизатор куплю, поставим. Так, знаешь, бы как пахло вкусно? Слушай, мы тогда купили ту елку, и она не пахла. Можешь, пожалуйста, надо сосну покупать. Можешь, пожалуйста, поднять этот? В комментариях пишут, сосна опадает и не пахнет. Ой, короче. Ну, честно говоря, я не знаю. Типа это как елка, так и украшение, а не елка, знаешь? Ну, так это и есть украшение, елка. Так, хочется-то елку нормальную тоже. Ой, нет, я не хочу. Ее постоянно, знаете, надо пылесосить. Потом... А тут не надо. Я сейчас один раз пропылесошу, и все, а что тут пылесосить-то? Так, потом убирать бум, опять надо пылесосить. Два раза за три месяца пропылесосить или каждый день пылесосить, когда эта елка начинает опадать? Сосну не надо каждый день пылесосить, всю жизнь покупали. Чего же ты сосну не купил? Давай сосну купим. Ну, давай купим. Ну, еще одну поставим, у нас тут места достаточно. Я, кстати, отсюда, видите, убрала полку. И вот думаю, как поставить лучше. Ну, по факту у меня здесь зеркало стоит, и я в нем все-таки фоткаю, снимаю. И здесь стоит наш робот
пылесос. Ну, это ладно, его можно вот сюда вот как бы так чуть-чуть сдвинуть. А елку, наверное, вот так, что ли? Ой, непонятно. Что, елку куда? Ну, давай вот пока вот сюда. А что мы сзади расправлять-то? У нас она сзади, посмотри, какая. Ты что ее перевернул тем, что мы расправили туда, а это сюда? Мы еще расправим. Что? А зачем нам расправлять то, что будет в углу? Ты думаешь, это логично? Я думаю, что нафиг надо. Да я в том году даже не украшала то, что там стояло, ну, типа, сзади. Давай-давай туда. Туда-туда ее, туда-туда ее. Джингл белл, джингл белл. Ну, Мась, еще. Куда? Там, ты... посмотри, угол пустой. Ну, примерно так, что ли? Джингл белл, джингл белл. Ну да, симпатичненько. А вот сюда можно будет вернуть эту полку настольную. Просто у меня там столько всего навалено. И на ней нужно порядок чисто теоретически навести. Все равно здесь все. Ладно, сейчас я сама сделаю. Все расправлю, потому что пока елка выглядит отвратительно. И будем украшать. Данилиного снеговика. Куда ты его хочешь примерить? Блин, я теперь сейчас думаю, что у нас все игрушки сливаться будут. Посередине его, правда, нужно повесить, ты думаешь? Да. Вот так. Ну, чуть-чуть сливается. Ну, мне кажется, что в общем будет симпатичнее. В общем будет симпатичнее. А давай примерим золотую какую-нибудь игрушку, можешь? Не хочу золотую. Ну, просто я хочу посмотреть, как с нашей елкой будет смотреться. Ну, мне вот не нравится, конечно. Хотя, если много золотых, может быть, симпатично было бы. По-моему, у нас так было бы. Я говорю, все эти игрушки у нас были в Подольске на живой елке, а в Питере у нас не было. В Питере у нас просто была вот так вот елка расправлена. Сейчас мы ее вот золотое. Ну, тоже. Стоп, стоп, стоп! Мы сейчас ее в золото в итоге украсим. А, ну, может быть, и неплохо было бы так. Но мне кажется, все-таки. Если брать все игрушки, которые мы купили, может, они будут сливаться. Непонятно. На самом деле, наша елка просто супер самодостаточная. Она не нуждается в украшении. Просто можно повесить. А у нас, кстати, тут есть розетка еще одна? Нету розетки еще одной, чтобы гирлянду засунуть. Куда мы гирлянду засунем? Ёпарасете! Это нужно будет либо отключать пылесос, чтобы туда... Ну, телевизор. Можно, на самом деле, телевизор отключить, потому что мы его никогда не включаем. Это бывает супер редко. О, а у нас еще вот здесь, видишь, сочетается золото. И серебро тоже есть. Ну, короче, ладно, сейчас я расправлю эту елку и посмотрим. Нет, ну что, посмотрите, какая красоточка. В целом, я говорю, елка самодостаточная женщина у нас. Она не нуждается в украшении. Сюда еще вот эту вот гирлянду, но я посмотрела на Озоне. В Озоне доставка гирлянды, вот этой росы, как она называется, конская роса, по-моему, так или что-то такое, или конский хвост, непонятно. Она только там 25-го, 22-го, 23-го, то есть дней через 5. На ВБ еще не посмотрела. Блин, ну это вообще. Сюда елочку, на елочку как раз идеально будет что? Гирляндочку, да? Да и в целом все. Здесь вот немножечко как-то пустовато, знаете ли. Та-ра-ра-рам. А так, мы ее где? В Леруашке заказывали. Да. Ну, по-моему, симпатичная. В целом, елочка так издалека выглядит. Хорошо. Иисус, что там такое? Айсуша! Что мы там делаем? Елочка, смотри, какая. Иисус такой, о, лес дома. Посикать можно. Но на самом деле я надеюсь, что он вот сюда не пописывает. Но если вдруг он решит, что это место, блин, где елка, елка не для того, чтобы в нее ходить в туалет, Айсуня. Наши олени. Надо просто оторвать вот эти вот штучки. Ну, то есть все этикетки. Блин, честно, я подрастроилась то, что вот этих игрушек с беззубиком
не осталось. Я взгрустнула. Думаю, блин, ну как так? Но заказывать, как я уже сказала, честно, не хочется. И вот этот вот олень, точнее, вот это олень, это лось вроде. Они немножко разные. У нас два вот таких получилось, а один вот такой. Блин, ну, надеюсь, что получится сейчас симпатичненькое что-нибудь. В любом случае. Елка уже стоит, это хорошо. Но знаете, о чем я подумала? То, что мы елку будем убирать. Тогда я планирую в феврале переехать уже в Москву. Как я говорила, где-то, ну, примерно в начале, ближе к середине февраля. То есть там образно до 15 февраля, ну это так, я уже должна жить в Москве. Вот, ну, по моим подсчетам. Как там получится, уже будем смотреть по ходу дела. Но сам факт, что в феврале, то есть придется эту елку убрать. А еще сейчас здесь все в блестках будет. И я буду вот такая вот с большим животом уже еле передвигаться и собирать елку. Ну, может быть, конечно, просто мы уедем, считайте, на всю весну, там, на все лето. Ну, я, как минимум, на начало. Ну, короче, приедем, будет уже, по идее, жара. И у нас тут такая елка. Здравствуйте! Не знаю. Посмотрим, решим. Я думаю, что это уже такое. Дело житейское. Слушай, ты что плачешь? Ты поесть, может, ты захочешь? Ты же кушал недавно. Малыш мой, сейчас все игрушечки, давайте-ка разрежу тут, посмотрю, что к чему. И вон, походу, шерстяного надо покормить. И вернусь к вам. Ну что, готовы? Та-да-да-да! Вот такая вот красавица у нас получилась. А лоси, олени наши. Вот, это я вам поближе решила снять. А игрушек, ну, собственно, не очень много, да? Вот сейчас на 0,5. Общие картинки. И Айсуша все до сих пор ходит здесь, плачет. На елку пока не обращает внимания. Тебе как елка? Елка как? Посмотри на елку. Оцени старания матери. Ах ты, маленький сладкий пирожок. Айсуша, ну подожди, вот знаете, просто я начинаю с вами разговаривать и думаю, что я с ним разговариваю. Иди ко мне. Короче, оценивайте елку нашу в комментосах. Конечно, не хватает еще гирлянды. Возможно, таки чуть сливается. Но если честно, мне нравится. Она как будто немного получилась минималистичная, что не знаю, с таким количеством блесток, возможно ли это. Ну, как будто, знаете, вот не бросается в глаза, что она прям украшена. Короче, хвалю свою елку, мне нравится все-таки. Я бы побольше еще добавила игрушечек. Все-таки где-то вот, например, вот здесь шарики только маленькие висят. Но не хватает. Ну, может быть, что-нибудь докуплю. Не знаю, может, в магазине где-нибудь увижу, да, возьму. Либо, ну, не знаю, посмотрим. Еще обязательно нужно, ну, вы поняли, гирлянду. Ну, по-моему, очень даже симпатичненько. Так, елку нарядили теперь. Давайте вот эту веточку. Я не знаю даже что. Ну, вроде она такая симпатичная, но немного лосовато, да? Вот прям вот добавьте сюда еще немножечко вот всяких зелененьких штучек. И поставьте ее там, я не знаю, на 300 рублей дороже. Но она будет выглядеть супер. Ну, вот прям вот не хватает здесь чего-то. Верно? Верно. Ну, ладно. Я хочу это на телевизор положить. Купили батарейки. Я, если честно, украсила всего лишь елку, но уже запыхалась. Отдышка появилась. В общем, сейчас посмотрим, как она вообще... Ой, господи, испугалась. Как она вообще работает. Не знаю, красиво это будет или не очень. А может быть, она сейчас как заморгает, замигает. И мы такие, господи, это лучшее, что с нами случалось. Ну, я что-то сомневаюсь, если честно. Оп, давайте-ка. Раз, два, три. Та-дам! Ну, что я могу сказать? Почти даже симпатично. Я только думаю, куда это? В спальню положить на телевизор? Или здесь? В спальне остальные комнаты у нас вообще не украшены. Самое украшенное это вот наш зал. Вот я вот сюда думала на телевизор, но знаете, мы телевизор смотрим этот вообще крайне-крайне редко. И я думаю, что это не очень будет
Логично. Ну вот. Ну вот она тебе. Может, куда-нибудь сюда ее? Вот так вот замахать. Ой. Полный Jingle Bells получается в этом уголочке. Но, ну, конечно, она стоит вообще неустойчиво. Ее можно прикрепить. Но буду ли я постоянно зажигать и выключать этот свет? Сомневаюсь. Давайте выключим. Интересно, как будет. Ставим только такое. Та-та-да. Симпатично. Ну, хотя, может быть, вот здесь, если на елочку повесить гирлянду, можно включать это и это. Что думаете? Короче, напишите в любом случае в комментариях, куда мне эту штуку деть. Еще я думала ее в спальню. Ой, зафигачить. Пошлите, попробуем. Ой, симпатичная. Ну, что? Ай, слушай, смотри, какая симпатичная. Вот так вот. Как вам? Всем привет. И ты тут. Ну, нет, конечно, нет. Твоя мать, красота какая. Да не, мне кажется, не подходит сюда. Тебе так не кажется? Что? Не подходит. Слишком маленькая даже. Я так не думаю. Айсюш, а ты как-то будешь, может, тебе вот здесь вот на столик поставить? Украсить? Ой, ну что, не надо. Не надо, ребят, не надо. Оставьте себе, пожалуйста. Пожалуйста, себе оставьте. Ну, не знаю. Куда припендюрить эту штуку? Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Слушайте, ну, здесь можно было бы какую-нибудь фотозону, хомячок мой, сделать. А именно, я решила вам записывать тут на фоне Новый год. А что это у нас на носу? Сопля? Нет, Новый год. Айсюшка, давай-ка, присаживайся. Я хочу заказать роллы. О, господи, простите, нос чешется. В чем суть-то? Сегодня что-то день, когда я не готовлю. Я об этом уже говорила, не буду долго рассказывать. В общем, из-за того, что здесь мало ресторанов, из-за того, что мало доставок каких-то вкусных, классных, которые бы нам нравились, я готовлю дома завтрак, обед и ужин. Плюс Даня сейчас не играет. Соответственно, если раньше он каждый день там обедал, допустим, перед играми обедал, ужинал, все на арене, сейчас, конечно же, он все это делает дома. Естественно, готовить приходится намного-намного больше. Но не в этом суть. Не в этом суть. Мы очень любим роллы, вы знаете. Но здесь, в Тольятти, мы еще не нашли ни одной доставки, которая была бы реально вкусная. Вот честно, без преувеличения. Конечно же, после Москвы, Санкт-Петербурга, таких вот мест, где очень развита типа ресторанная вот эта система, очень сложно найти что-то нереально вкусное. Вот. И нам советовали доставку. Уже несколько человек. Так, номер телефона нужно ввести. Надо вспомнить. Но в этот момент я такая, какой номер телефона моего мужа? У меня вот, кстати, с цифрами немного плоховато. Ну вот. И нам советовали две доставки. Одна такая, знаете, ну, не бюджетная, я бы сказала. И мы заказывали все не то, но это реально просто, ну, совершенно. Когда вы попробуете какие-то вкусные, классные роллы, где действительно качественная рыба, мы, например, в Самару ездили, и там ресторан назывался, не помню как, ну, в общем, в отеле там был, вот, там роллы были что-то, ну, вот, реальные, нереальные, такие вкусные, такие шикарные. Я говорю, у меня слюни текут. Если что, роллы можно есть, ну, какие-то запеченные или там, допустим, с креветкой какой-нибудь, ну, что-нибудь такое, где нет сырого, если вдруг, а то кто-то начнет переживать. Тут, я вам скажу так, я сырую рыбу даже, я не знаю, при каких-то гарантиях не стала бы пробовать. Ну, блин, ну, это правда. Зажрались? Да, зажрались. После жизни в столицах это, ну, сложно. И, в общем-то, все. И вот это вот нам сказали, типа, попробуйте это. Ну, типа, если это не зайдет, то значит все, ну, без вариантов. Вот. Сейчас закажу, и мы попробуем. Не знаю, опять же таки, понравится, не понравится. Здесь цена такая не слишком дешевая, не слишком дорогая. Опять же, я сравниваю с теми местами, где мы обычно берем, ну, то есть Москва, Питер.
439 рублей, 8 штук стоят, вот, например, запеченные. Дорого ли это? Ну, для Москвы недорого, например. Да, они такой, хо-хо-хо-хо. Филадельфия какая-то макс, я понимаю, что это больше размер, большая начинка, 439 рублей. Маленькие, которые вот эти классические роллы. Я говорю, у меня слюни текут. Я надеюсь, что оно будет вкусно. Взять с авокадо или с огурцом. Я люблю такие. Давайте с огурцом. 189 рублей. Потом суши. Ну, типа вот просто по одной штучке, где сверху рыбка. 179 рублей. Гунканы. Здесь мог бы быть обзор какого-нибудь ресторана, я не знаю. Ну, короче, гунканы по 175, здесь еще есть пицца, есть пофе, который я тоже хотела бы взять, есть лапша. Я как-то заказывала, короче, поке, даже заказывала не поке, а знаете, а что здесь нету? А, вот показать еще, поке с лососем. Давайте возьмем два. Ну, я лосось не буду, поем остальное, типа рис и овощи. Еще том-ям. Но я сейчас возьму, чтобы это попробовать, том-ям, допустим, завтра съем. Я заказывала том-ям в другой доставке, которая типа топовая здесь считается. И там цены, ну, достаточно, ну, не бюджетные, тоже вот так вот где-то 400 рублей. И это был отвратительный том-ям, просто, наверное, худший в моей жизни. Он был супер жирный. То есть там прям, знаете, я открыла там жир сверху, вот такой вот слой. И я ужаснулась. Да ладно, мы узнаем, короче, с вами позже, когда нам эта доставка придет. В общем, снова здравствуйте. Я сейчас стирала белое белье и хочу просто его забросить в сушку. Пока вам расскажу, что оформила я в итоге доставку. Вышла на 4000 рублей. Я заказала, по-моему, там 4 вида роллов. Честно, хочу вот сразу заказать, попробовать, зайдет, не зайдет, нравится, не понравится. Заказала нам 2 поки. И том-ям. Вот, вышло 4000 рублей. Опять же таки, когда все придет, надеюсь, я не забуду и покажу. Но вопрос в чем? Вопрос в том, что доставка 2 часа. 2 часа. Просто. И я такая, окей, ладно. Я говорю, хорошо. Блин, мне так неудобно, если честно. Здесь вот подход к стиральной машине. Двери реально было бы логичнее вот эти перевесить на ту сторону, но так как я, кстати, купила стиралку и сушилку в нашу квартиру, могу вам сказать, что, например, на этой сушилке нельзя взять и переодеть двери. По-моему, на этой машинке тоже нет такой функции. Я это вижу уже визуально. Поэтому приходится так мучиться. Ну вот, сейчас закончу мысль про доставку. Короче, 2 часа доставка. Говорит ли это о том, что сегодня воскресенье? Востребованное место и все такое, значит, будет вкусно? Ну, конечно, нет. Но это дает на то надежду. Я надеюсь, что будет не дольше доставка, потому что, честно, я считаю, что, ну, не знаю, больше 2 часов доставка – это too much. Это прям вот, ну, вообще жесть. Я уже, блин, со своим маленьким животиком не могу здесь вместиться. Кручусь уже такая, типа, знаете, как черепаха. А когда живот будет большой, то вообще офиговать. Короче, неудобно, но с другой стороны, достаточно логично было сделать именно здесь, да, сушилку и этот. Вот, я не закончила. Про сушилку. Я все-таки заказала ту, что показывала вам во влоге, который был из Москвы пару влогов назад. Ну, кто смотрел, тот поймет. Хайер. Как называется эта фирма-то? Хайер, господи. У меня все, хейр, волосы. Короче, хайр, вот это вот, который я показывала, мне один буквально человек или два написали, что типа нет, Кать, лучше бери там то-то, то-то. Но человек 10-15 написали, что у них точно такие же, и они супер в восторге, рады, офигенно, классно, довольны. И, кстати, благодаря вам, кто писал, спасибо большое. Их не было в видео в наличии, там в технопарке их вообще не продавали. Мне сказали, Кать, зайди на официальный сайт, там всегда скидочки есть, и всегда можно прикупить, ну, если в наличии. И в итоге, вы представляете, я захожу, там стиральная машинка или сушилка, не помню, что-то из этого. Короче, стоило, типа, в видео, чтобы не соврать, по-моему, 90 тысяч. Да, ну, к примеру, 90 тысяч, а у них на сайте там 75 тысяч оказалось по скидке. Я такая, офигеть!
Офигеть! Это просто здорово! И завтра уже должны привезти. Собственно, я очень рада. Спасибо за наводку. И еще сегодня привезут кровать в нашу спальню. И завтра ее должны собрать. То есть, по факту, практически можно жить. Кухню уже должны собрать именно в новом году, в январе. Возможно-таки я приеду в январе. И я приеду в январе для того, чтобы мне нужно будет уже определиться с роддомом, с врачом. В любом случае, я сейчас вот на следующей неделе пойду к своему врачу. И я хочу у него спросить. Возможно, я не буду летать. Возможно-таки я буду, допустим, на поезде ездить, что абсолютно безопасно, да, если что. Но я не хочу как можно раньше уезжать отсюда, потому что все-таки я реально, ну, привязана к Дане в хорошем смысле этого слова. Нам нравится жить вдвоем, и мне хочется до последней возможности быть рядом. Вот, а в январе съезжу, уже до конца все докуплю, и также определюсь с роддомом и врачом. Кстати говоря, мне будет очень полезно, если вы поделитесь тем, у кого вы рожали, возможно, вы видели у кого-то. Я рассматриваю все варианты, не только какие-то самые популярные, дорогие роддома, да. То есть, пожалуйста, напишите, если вам не жалко, в комментариях, у кого вы какого врача рожали, фамилию и где именно. Я буду вам благодарна поделиться, чтобы вы могли своим опытом, а я могла, опираясь на него, возможно, таки кого-то выбрать. И также я буду ездить по разным роддомам и буду такая: о, мне вот про этого врача писали, надо обратить на него внимание. Все, ставлю сушку, пускай сушится, тем временем ждем роллы. То есть я заказала где-то 8, часов в 10 должны прийти. Ну, это... Я прям очень рассчитываю на это. Да-да-да, нам пришла доставка, и я сейчас хочу вместе с вами все это дело распаковать, так как заварушку эту мы заварили вместе, и распаковывать будем вместе. Я сказала или нет, заказ вышел на 4000, на 4200. Но я заказала сразу все, чтобы попробовать. Вот такой вот формат подачи. Это, видимо, соусы для поки, потому что в этом пакете лежит поки. Поки выглядит примерно вот так. Могу сказать, что лосось на внешний вид симпатичный. Но на вкус какой он, я не узнаю. Два поки. Это мы попробуем с Даней. Дальше. Рис. Я так полагаю, это для том-яма. Кстати, в прошлый раз я заказывала, помните, я сказала, том-ям был отвратительный. Я его заказывала, и мне туда даже рис не положили. В общем, был только бульон, и это, не знаю, то ли забыли, то ли что, но я тогда даже разбираться не стала, потому что я его элементарно даже есть не стала. Ну, минус какой. Тут протекло немного, и вся эта тарелка как из одного места. Из-за того, что я, так думаю, сюда налили прям кипяток. Она сейчас прям супер-супер горячая, что как бы хорошо, но из-за этого расплавилась тарелка. Мне кажется, это не есть хорошо. Дальше. Здесь соевые соусы вот так вот упакованы. Имбирь, наверное, также. Или там васаби, что я не знаю. Роллы. Вот эти стоили около 500 рублей примерно. Выглядит симпатично. Потом маленькие мои с огурцом. На самом деле, вот я могу сейчас попробовать один с огурцом, или давайте возьму какой-нибудь вот такой вот. Реально возьму без соевого соуса, без всего, просто попробовать. В целом, я думаю, что не нужно тут прямо все показывать. Вот здесь еще одни роллы и Филадельфия с другими. У меня слюни текут. Я попробую и скажу, нравится или нет. Здесь у нас... Здесь, по-моему, лосось. Нет? Как будто икра, но в ней лосось. Ну, короче, давайте съем вот такой вот, который запеченный, он без лосося. Ну что ж, даже не буду макать, вот чисто. Вроде нормально. Слушайте, даже как будто неплохо. Но... Не знаю. И вот такой вот с огурцом сейчас возьму.
Я тоже попробую отдельно. Половинку. Ну, мой вердикт. Мы еще не попробовали Филадельфию. Я Филадельфию не буду есть из-за рыбы. Вот, можно только если рыбу снять. Рис переваренный. Он такой, знаете, как каша. Ну, не такой должен быть. Возможно, в общей картине будет неплохо. Не знаю. Понравится, не понравится. Вернусь к вам позже. Короче, посмотрите, я съела буквально 2 ролла. Почему том-ям зеленый? Я не понимаю, ребята, вы хотите, верьте. Там как будто пюрешку какую-то разбавили. Она пахнет роллтоном. Сейчас попробуем. Мне уже на внешний вид не нравится. Посмотри. Ну да. Ну я вообще, я не знаю. Не, ну роллы это лучше реально. Ну все равно это не то, что в Москве. Вот, ну понятно. Я не могу. Это ужас. Он как будто грибной. Грибов на кирпи. Я не понимаю, честно, вот верите? Ну, блин, конечно, когда попробуешь где-то вкусное, ну, реально, прям внутри, реально, как пюрешка. Попробуешь что-то вкусное, а потом, ну, невозможно есть что-то другое. То есть, я не знаю, вот. Да, мы придирчивы к еде, но лишь потому, что ели что-то супервкусное, знаем, что есть очень вкусное. Ну, ролл нормальный, но, чтобы вы понимали, если роллы вкусные, я могу, я не знаю, штук 10 вообще съесть спокойно, даже вот, ну, не замедлив, и при желании, точнее, при возможности моего желудка, я бы съела еще больше, если они вкусные. Вот когда я рассказывала, мы в Самаре были, там классные вкусные роллы были. И я съедала порцию вообще молниеносной, и при возможности я бы еще съела. Но здесь я съела 3 штучки, такая типа, ну все, спасибо, больше не буду. И вот эти мне не понравились, потому что рис переваренный. Он такой, короче, не очень. Ну вот том-ям. Знаю, если профессионалы том-яма, возможно, кто-то вообще работает в этой доставке. Но честно, ну не такой он должен быть, и на вкус он никак том-ям. Друзья, я решила вам конец этого влога записать на фоне нашей ёлки! У-ху! Кстати, реально, слушайте, сюда можно ставить стул и здесь записывать, допустим, какие-то видосики. По доставке, ну, как я сказала, да, правда, во-первых, мы привередливы, но, во-вторых, объективно, это не очень, честно. Знаете, как оценивается хорошее или нехорошее место лично для тебя? Возможно, кому-то нравится, да, у всех разные вкусы, разные там. Для кого-то важно, чтобы рыба была, для кого-то важно, чтобы это было, для кого-то это в приоритете. Закажем ли мы еще раз в этом месте? Думаю, что нет. Ну, типа, если вообще ничего заказать невозможно будет, то закажем. А так, до сих пор нет ни одной доставки роллов какой-нибудь, чтобы мы такие прям, типа, да, вот это офигенно, это вкусно. Даня сказал, что эта доставка лучше, чем те, что мы пробовали до этого. Но, опять же таки, я говорю, ну, ты бы вот еще хотел заказать эту доставку? Он говорит, нет. И если мы обычно, это тоже один из пунктиков, съедаем нормально, так и Даня может съесть, знаете, прям до отвала, вот он ему уже не лезет образно, а он ест. Когда очень вкусно тут, он съел буквально там, ну реально, 5-6 роллов, что ну, для него, как для мужчины, ну вообще просто для него это супер мало. И он такой, все, я больше не буду, я не хочу, спасибо. В общем, не прошла эта доставка нашу проверку. Кстати, поке было более-менее норм. Все. Ну, том-ям вы видели сами. Я считаю, что он отвратительный. Я вот попробовала 2 ложки, и я не буду его есть, потому что не хочу это вообще. Ну, это что-то очень странное. В общем, спасибо большое за просмотр этого влога. Надеюсь, что он вам понравился. Если честно, я в шоке. Я сейчас скинула материалы и такая смотрю. Ой-ё, просто-то я почти на 1,5 часа снимала сегодняшний день. Хотя, честно, так не планировала. Но ладно. Провели 1 день вместе. Все, что вам нужно сделать, как всегда, подписаться на мой канал, поставить лайк, комментарий, подписаться на другие соцсети. А я, как всегда, вас люблю, целую, обнимаю и пока-пока!